Ремонт моего приклада продолжается. Вот, кто знает, у меня лопнул приклад. Купил в магазине вот такой клей момент столяр ПВА за 233 рубля. Одолжил вот такие вот стяжки. Вот. Сейчас это все заклею. Думаю, какое-то время все походит. Не хочется в начале сезона покупать новый приклад, подгонять. У нас уже открылась охота с 1 числа, а у меня вышло ружье из строя. Решил отремонтировать своими руками по минимуму вложения. То есть при температуре 20 градусов, 20 минут засыхания, и можно будет использовать ружье. Общался со знакомым столяром, он мне посоветовал намазать с двух сторон, хотя рекомендуется на клее одна сторона, но так как твердая порода дерева, можно намазать с двух сторон все и затянуть это все вот такими струбцинами. Он же мне и одолжил струбцины. Так что покажу вам результат, что у меня вышло, что у меня получится из этого ремонта. Ремонт обойдется мне в 233 рубля. Вот мой результат. Все склеил. Залил клеем. Слишком много выступило клея. Нанес жирным слоем. Сейчас это все протрут полотенчиком. Лишний клей. И буду ждать, когда это все схватится. При ремонте обнаружил еще трещину. Вот трещина пошла. Сейчас все это тоже залью. Все сделаю. Вот так вот заклеил все, зажал струбцинами. Сейчас при температуре 20 градусов он должен за 20 минут высохнуть. То есть это 20 минут надо при стяжках вот этих держать. До полного высыхания там чуть побольше. Вот, все залил, все трещины, которые пошли на прикладе, все залил. Будем тестировать этот клей. Он, говорят, очень хорошо себя зарекомендовал. На ногах, смотрите, вот даже не видно, где скол. А вот здесь вот видать, ну, надо было, наверное, третью струбцину, но у нас ее нету в наличии.